на часах, а тут распорядка дня. Они для них, они для нас, ведь мы-то знаем слово «ня». Дадим желаниям простор, пусть и не целый мир во мгле, но в полутьме закрытых штор забрежет снова аниме. Сэмпай, мы скучали по тебе. Все во мне кричит, все во мне вопит в атаку. Только ты закрыл, превращаюсь я в отаку, в отаку. Ветер пускай, конец злобный лай в атаку, в атаку. Только ты закрыл, превращаюсь я в отаку, в отаку. Нас не смущают типажи, ОЯШ, моэ и цундере, ведь как высок, как этажи, мейнстрим он был и есть везде. Знаешь то, что знаю я, что нет для аниме границ. Зовут миры тебя, меня из мониторов и страниц. Сэмпай, мы скучали по тебе. Все во мне вопит в атаку, только ты закрыл, превращаюсь я в отаку, в отаку. Ветер пускай, коня злобный лай в атаку, в атаку. Только ты закрыл, превращаюсь я в отаку, в отаку. Да, ты очень умный, да. Расскажи мне, что аниме — это мультики для детей. Только подожди, давай слегка прогуляемся, вот как раз дверь. Ой-ой, прости, это же дверь на еще недостроенный балкон. Ну что ты так орешь-то, не надо, ну подумаешь, всего-то 10-й этаж. И вообще, это у тебя комплексы по поводу анимации. А я пойду поем. И посмотрю аниме, аниме. Все во мне кричит, все во мне вопит в атаку, в атаку. Только дверь закрыл, превращаюсь я в отаку, в отаку. Ветер пускай, конец злобный лай в атаку, в атаку. Только дверь закрыл, превращаюсь я в отаку, в отаку. Все во мне кричит, все во мне вопит в атаку, в атаку. Только дверь закрыл, превращаюсь я в отаку, в отаку. Ветер пускай, гонят злобный лай в атаку, в атаку. Только дверь закрыл, превращаюсь я в отаку.